Мы в преддверии подготовки к матчу «Динамо Москва» и «Енисей Красноярск», который у нас состоится 25 декабря. Значит, проходит уже вторая заливка. Выходные мы активно прикатывали. Значит, основной слой. Сейчас идет уже вторая заливка. Надеемся, что погода нам будет позволять процесс этот дальше. Надеюсь, что где-то в течение дней 10-12 уже будет все готово. 2 года назад, когда у нас первый матч, да, матча Суперлиги чемпионата России проходил, играли «Строитель» Сыктывкар «Динамо Москва» на трибуну, но тогда не было еще ковидных ограничений, присутствовало более 2000 человек. Сейчас, понятно, есть ограничения, но именно вот матч таких команд, лидеров нашего чемпионата, если бы не было ограничений, так скажем, лидеров в плане клубного хоккея, да, если это в мире говорить, то я думаю, что этот матч будет достаточно интересен. Тем более эти команды встречались примерно месяц назад в матче за Суперкубок, и победу там одержал «Динамо Москва».